Ну что ж, возвращаемся мы в нашу студию. Последний матч на сегодняшний день — это противостояние OG и Optic Gaming. Европа против Америки. А, можно, наверное, много обсуждать будет этот матч, но давайте, пожалуй, вкратце. Вот у меня такой вопрос к вам. OG, они долгое время являлись чемпионами всего и вся, практически всех мейджор-турниров, которые у нас были в прошлом году, в позапрошлом сезоне, тоже в позапрошлом году, и эти мейджоры были более престижными, нежели чем сейчас, они были редкими, все их ждали, красивые игры там были. Но вот. Потом пришел Resolution. Ну, я вот аккуратненько к этому пытался, да, и подвести, то есть они прошлые сезоны играли с Ана, которого многие, вообще ленивый только не винил Ана в неудачах OG, и если что-то вдруг у OG идет не так, то Ана опять что-то заруинил на миде. Хотя именно этот игрок, как мне кажется, принес победу своему коллективу на Киев Мейджоре, вот в том легендарном противостоянии с Virtus.pro. Дазл принес победу. Ну, потому что Ана подставился без байбека на эншентах, его должны были фокусить, моментально убивать, но в последний момент вешается что? Грейв, да, но Ана не смог бы никого убить. Так бы вы должны карту были забирать? Ну, да, если бы ДКВ, опять-таки, у нас тут за столом, но все-таки она очень красиво сплитпушила, и благодаря тому, что он таскал Virtus.pro то налево, то направо, появилось пространство у Дженни. Ну, проблема была в том, что он очень, он классно отыгрывал, именно когда у него появлялись артефакты, именно в лейте, вот, но у него большие проблемы были именно поначалу. Он практически там, 90% своих матчапов, даже если они были сильнее у него на миде, вот, он их проигрывал частенько против чуть ли не любых вообще мидеров планеты. Вот, у него в начале, ему очень трудно было именно раскочегариться, и поэтому на него играли вот эти суппорты, постоянно Джерекс и Флайм помогали, брали вот этих подсейверов, чтобы он в какие-то моменты его сейвить, чтобы он, потому что он подставлялся именно. Но когда выходил лейт, когда у него появлялись артефакты, это другой Ан остановился, и он начинал играть именно не то что в полную силу, а вот именно как нужно играть с мидеру, который выигрывает мейджоры. Почти у любого игрока есть плюсы и минусы. То есть как бы каждый игрок, он имеет свои сильные и слабые стороны. У Анны было очень много слабых сторон, но при этом у него было очень много сильных сторон. И я считаю, что как ни крути, но свою задачу он делал. То есть он там бегал, он выполнял все необходимые функции и очень хорошо нажимал на кнопки. Сейчас на самом деле не ясно, почему такие проблемы у OG, только потому что Resolution это на самом деле сильный игрок, Resolution вариативный игрок. Он в свое время играл очень хорошо и на миде, и закоров прекрасно исполнял. Но почему-то сейчас у них не получается. То есть, возможно, это Анна хорошо играл, возможно, европейцы не очень хорошо стакаются с нашими ребятами. Возможно, просто уже устали все выигрывать. Возможно, они там уже не сильно замотивированы, неизвестно. Но факт остается фактом, что с Анна OG быстро начали выигрывать турниры, с Miracle OG тоже начали показывать быстрый результат, а с Resolution пока ничего подобного даже и близко. Ну вот видишь, в прошлых сезонах OG выигрывали мейджоры, да, но проигрывали International. Да, но сейчас они даже не участвовали на Инте, то есть мы посмотрим, что будет. Да, на... а вдруг в этом сезоне они проигрывают на мейджорах и выиграют интернет. Я предлагаю не отталкиваться от того, что будет, а вдруг, я предлагаю отталкиваться от того, что есть сейчас. То есть сейчас ситуация такова, что ребята много тренируются. И не могут найти свою игру. И не могут найти свою игру, да. То есть я не знаю, в чем причина, если честно, только потому что, ну, для меня пока это загадка, почему вот так. Вот я как раз хотел спросить у вас, что бы вы предложили изменить в игре OG. Ну, это, наверное, вопрос все-таки слишком тяжелый для аналитиков, потому нет, что мы не знаем, внутренней кухни команды. Нет, ну, у меня давай, есть предложение, слушаем нужно тебя, Дмитрий. То есть, как минимум, нужно садаптироваться к драфтам. То есть, когда я вижу ОД, которого берут на четвертый пик, при том, что в пике уже есть большое количество каунтер-пиков, и потенциально они могут появиться, я понимаю, что игра уже закончена на драфте. То есть, откровенно говоря, вот прошлый матч, где они играли против Ньюби, где они взяли ОД на четвертый пик, там игра уже была закончена на пике.
берешь любую адекватную команду, которая хорошо исполняет, и у OG нет шансов. Соответственно, с пиками у OG проблемы. С пиками у OG самый настоящий хаос, особенно вот в этом патче. Что, почему, кто его знает? Наверное, даже не с пиками, а у меня такое ощущение, что им нужно расширять свой пул героев. Потому вариант. Что из патча в патч одни и те же персонажи. Они даже не пытаются что-то новое пробовать. Даже взять того же Джерекса, да, вот этого великолепного исполнителя, он играет из патча в патч на одних и тех же персонажах. Это Таск, это Спирит. Вот сейчас вот появился новый персонаж, но он единственный, это Чен, да, вот с которым там в недавнее время начал играть. У СФО абсолютно такая же проблема. Он играет на вот своих вот этих коронных пак. Он на протяжении, там уже, мне кажется, полугода, там, если не больше, он играет на этом оффлейне. Брюмастер. Брюмастер, второй персонаж, ну, эти две самые сигнатурки, да, от которой можно именно вспомнить. Да, там какие-то новые персонажи появляются, там Эндерлорды заходят, еще что-то, какие-то такие более пассивные. Но все равно, мне кажется, сейчас именно можно открывать для себя огромное количество персонажей и себе в пул их тренировать. И как раз, когда ты приходишь на официальные матчи, вот, когда ты играешь в эту новую мету, говорит, я вот поиграл на этом персонаже, и он работает. Он говорит, я уверен в нем, что вот в этом лайнапе он будет работать. И вот, пожалуйста. Но они пытаются играть в свои вот эти старые герои через там Террор Блейдов, через вот этих ОД, через каких-то там Лондруидов. Это все для Нотейла. Там Резоль, понятное дело, у него там огромный пул героев, он может подстроиться как угодно. Но все равно, как по мне, у OG вот, реально маленький пул персонажей. Так все-таки, ну, может быть, у них действительно не такой большой пул персонажей, как у других команд, но ведь в OG Fly играет на весьма специфических саппортах. Он и на Visage умеет, и на Фениксе умеет. Но Tail в свое время одной из его сигнатурок был Мипа. Почему бы вот не вернуться к корням и попробовать, да, вот что-то такое. Вот в Visage мы видим на кор-позициях иногда. Это не всегда работает, конечно. Это называется пул героев. Пул героев — то, что ты показываешь за определенный срок. Вот, допустим, дашь 3 месяца, да, и ты вот показываешь одних и тех же героев за эти 3 месяца. Я уверен, что там тот же самый, там, не знаю, Джерекс, да, умеет играть там на всех 110 героях, 111. Mm-hmm. Вот, вообще без проблем. Он может исполнить, да, но на каких-то хуже, на каких-то лучше. Но именно за 3 месяца новых героев в официальных встречах, может, где-то на тренировках они показываются, в официальных встречах они не были показаны. Ну, учитывая то, что сезон подходит уже потихонечку к самому разгару, он пора бы уже раскрываться. Ну, я могу просто назвать некоторых героев, которые сейчас вот актуальны. Допустим, это Висп, которым некоторые команды играют очень хорошо. Допустим, это Шейкер, как, например, Роджер исполняет УВП. Допустим, это Клокверк, как, опять же, сегодня исполняли Виртуса. И вот на этих героях мы не так часто видим Джерекса. Мы видим его там на спиритах, на других персонажей, но этих героев нерфили, а другие героев бафали. Тот же Нотейл, например, играет... Ну, он любит играть на УД и на Лондруиде. Вот. Ну, мета уже немножечко другая. Возможно, в свое время эти герои были хороши, возможно, ноты на них играют очень круто, но в нынешней мете на этих героях, возможно, стоит играть только в крайнем случае. Ну, ОД, в общем-то, хорош. Но да, в определенных ситуациях. Просто у Жи не всегда получается с ним играть. У них не всегда получается пикать его. Это исключительно ситуативный герой, который должен заходить на ласт пик, а они его берут там на 2-й пик, на 4-й пик, в общем, вот так вот. Заметьте, что когда Спич говорил по поводу вообще всех игроков в команде, да, что кто на ком может играть, я про Флай вообще слова не сказал, потому что он всегда, как капитан, он всегда подстраивается по своих коров, он всегда подстраивался под Анну, он всегда подстраивался под Миракла и всегда подстраивался как раз под Нотейла, да, когда он там пересел на эту первую позицию, вот, и... Вот под этих своих коров он всегда брал себе персонажа. Это было от, начиная от подсеверов, заканчивая какими-то ауешными фениксами, вот, и сейчас там заходят какие-то там рубики и так далее. Так, ну уже неплохо. Герой для Джерекса. Да, Elder ну Titan. Вот еще один герой, да, на котором он играет. Это весь, вот, ну, весь его пул как раз, эти Таски, Спириты, Элдер Титана и Чен. Четыре персонажа. Оптик найдут, наверное, чем ответить. Все-таки персонажей много сейчас хороших в пуле. И против Элдер Титана, и просто общеигровых персонажей. Вот Сен Кинга, например, забирает сейчас. Сен Кинга люди вспомнили, вот начали часто его пикать. На самом деле, очень мощный персонаж. Ну, мы уже как раз говорили о том, что он может и поромить, и на лайне постоять, и лесочка пофармить. Все у него, в общем. Герой. Хороший раздрафт. И гирокоптер. Сен Кинг. Ну, гирокоптер. Ну, они не стали забирать Нагу, Сирену и Дизраптора. И тут внезапно появляется Морфлинг, друзья. Морфлинг для команды OG.
Exolution, мне кажется, так же, как и Артизи, этого героя очень любит. Я как-то себя поймал на мысли, зашел в Твиттер Ромы и увидел то, что у него на бэкграунде морфлинг. Вспомни, сколько он на старом этом морфе отыграл, как он умеет на нем играть. Он в соло-катке тащил на этом морфе. Я думаю, не стоит ему труда отыграть. Но вот так вот, Рома, сидеть нельзя. Надо быть собран, зевать ни в коем случае нельзя. Надо просыпаться. Не хватает кислорода. Ну, сонные глаза, просто посмотреть, уставшие. Как будто только недавно встал. Ну, все-таки одна игра у команды в день. Так что я не думаю, что Рома там не выспался или... Нет, может, быть, может быть, он наоборот заскучал, тут, понимаешь, нет, тут может, последняя тут игра. Может быть, это еще момент усталости, то, что он встал с утра, пошел там в спортзал, сходил, позавтракал, вот, целый день сидел, играл, тренировал этого морфа как раз-таки, и да. Сейчас вот уже наступает вечер, и вот теперь он хочет кроватку. Что-то из этой серии. Но морфа надо было тренировать, надо что-то новое познавать. Ваш секрет тогда, что делать, если вот у тебя последняя игра, а ты... Вот должен подойти к ней с максимальной энергией. Что тебе нужно делать? Всю ночь не спать, и потом ложиться и просыпаться прямо вот за 2 часа до начала матча? Да не, чтобы не устать. Так ни в коем случае нельзя делать. Нужно золотую середину искать. Если тут как-то так чемпионаты выходят, да, то что-то идут какие-то долгие матчи, тебе приходится ждать, тебе нужно какие-то внутренние резервы себе искать, чтобы именно выкладываться на последний матч. Потому что по-другому никак. Могу рассказать историю АВП 2015 года. Гостиница Украина, ребята тренируются. И в один момент я просто объяснял ребятам, что вам нужно приучить себя, чтобы вы засыпали там где-нибудь в 11 вечера, просыпались стабильно в 7-8 утра, потому что вы не знаете, когда у вас будут матчи. Они могут быть поздно вечером, они могут быть рано утром, они могут быть когда угодно. У вас там может быть матч с самого утра и потом еще поздно вечером. То есть от этого никуда не деться. И, соответственно, нужно войти в режим. И Артемий ФНГ сказал, я все понял, и пошел смотреть аниме до самого утра. Там, знаешь, как бывает, одну серию запустил, вторую, третью, там уже 5-10, и уже наступает утро. Не знаю. Нет, я полностью согласен с режимом, то, что он должен быть именно у профессиональных спортсменов, киберспортсменов, но есть такой вариант, что именно вот периодические расписания на турниры падают так, что ты вот встаешь с утра, да, ты встал в 7 утра, там в 8 позавтракал, в 9 сходил, там в спортзал побегал, в 10 там у тебя начинается матч, и вот этот матч, он там заканчивается, допустим, в 11 вечера, там, или в 10 утра начался, там, в 12 образом закончился, ты там отыграл, это best of 3, 2-0 выиграл, да? А вторая серия у тебя в 11 часов вечера, потому что весь турнир затянулся, и тебе так по расписанию выпало, что тебе в этот же день играть, именно ты последний еще играешь. И тебе 12 часов ждать, что опять спать не идти, потому что ты только встал. И тебе нужно вот именно под конец дня искать какие-то ресурсы в себе. И есть ответ, допустим, что делал лично я на всех турнирах. Я просто уходил в гостиницу и тратил мало энергии. Там я не бегал, не гулял, не тусил. В общем, ты воспользовался рецептом Андрея Дреда Голубева, экономил энергию по максимуму. Я думаю, он пользовался моими советами. То есть наоборот, моими это советами, он украл, да, учитывая идею. Что хорошо. У нас там было. По турнирам. В общем, ты просто уходишь, и ты не занимаешься всякой фигней. Ты экономишь свои силы перед турниром. Тебе желательно, чтобы ты там поел хорошо, желательно, чтобы ты хорошо поспал, только после этого врывался на турнир. Потому что когда я приезжал на турнир, и мне говорили, ты должен быть здесь 8-9 часов. Я говорю, нет, я пойду в гостиницу, и вы мне ничего не скажете. Они говорят, нет, мы тебя сейчас сделаем так, что ты не будешь участвовать на турнире. Я сказал, нет, я пойду в гостиницу и отдохну. И я объяснял логически, почему это правильно. Ну и, соответственно, благодаря хорошему режиму мы хорошо играли утром и вечером, и таких проблем не было вообще. Вот. Ну да, возвращаемся мы к драфту. Показали нам игроков, которые задумчиво выбирали персонажи себе. Бэйн, Герокоптер, Сэнд Кинг у Опти Гейминг. OG, капитан команды Fly, собирает Морфлинга и Элдер Титана. Вот, кстати говоря, Морфлинг очень сильно страдает от Элдер Титана, поэтому, когда ты собираешься играть через Морфлинга, то тебе Элдер Титана нужно либо забрать самому, либо забанить. И поскольку Fly вынужден был убрать других персонажей, решил он Элдер Титана забрать сам. Но есть еще один герой. Operation. Два героя, хорошо. Operation и Underlord тогда. Герой, все убрали. Все убрали. Так, подожди. Operation нет, а Underlord... Underlord нужно брать оптиком. Underlord почти лучший вариант для них. То есть Морфлинг-то так очень сильный, но Морфлинга очень круто контрят некоторые персонажи. Я бы еще добавил, что неплохо ОД смотрится против Морфлинга, только потому что у Морфлинга очень много брони, а ОД очень легко пробивает броню. Вот. И Морф чувствует себя некомфортно, когда тебя там могут убить с 3-4 ударов. Им приходится... Ну и плюс ОД тебе может ваншотнуть ультимейтом, если много наворует. Вот, поэтому Underlord смотрится вообще лучшей опцией для Opti Gaming. Но наконец-то! Так слушайте, это же получается соло мид Dark Willow.
Ну, либо соломит, либо флейт. То есть это точно кор-позиция. Ну, пока неизвестно, да, но куда-то она пойдет точно. Ну, мы можем, конечно, предположить то, что это Бэйн кор-позиции, Дарк Виллоу пятерка, но мне кажется, это крайне маловероятно. Бэйн слишком хороший. Мы сейчас пятерка. Можем предполагать все, что угодно. Те же эффекты играют соло оффлейн Бэйном, да, на троечке. Да, и флай... неплохо так разбираются. Либо пэток играли тоже. Флай призадумался. Да. Призадумался. Сейчас ага. Надо вспомнить, и что она делает. И ликвиды так играли. Да, сейчас нужно просто вспомнить, что делает именно Дарк Виллоу. По крайней мере, этого персонажа желательно не подпускать к себе. Иначе она просто взрывает кого нужен угодно. Нужен какой-то крауд-контроль против Дарк Виллоу, потому что когда Бедлам? Она Shadow Realm подключает, да, то ты не можешь с ней вообще ничего сделать, ты не можешь ее как-то зацепить. Ну, какие-то таргет-дизейблы против нее не работают. Нужно ее прям по площади нужно задерживать. Да, задерживать и ни в коем случае не подпускать. Это условие номер один. Элдер Титан есть этот раз. Ну, хороший вариант, да. Ну, еще что-нибудь. Вот, что-нибудь еще, но под сейф. Два кор-героя. Мне Рубик, на самом деле, нравится то, что он будет против этой Дарк Виллоу играть, потому что у него есть что свое. У него все заклинания полезные, абсолютно все. Да, это правда. Последние баны остаются. Сейчас OG только должны пикнуть героя. У них, в общем-то, есть возможности на сложную линию взять персонажей. На центр, я думаю, совершенно без разницы. Они берут Тини. Тайни. Крайне вариативный персонаж. Может и в центре побегать, и на сложной. Но он способен, поиграть. Он способен сыпать гречку. Сыпать гречку. Дарк Виллоу под ноги, пока она пытается добраться. Это правда, хорошо, да. Как раз вот тот самый персонаж, который может. Который реально может. Так, PPD. Что-то объясняется. Собранный. Ну, оптик выглядит, конечно, совершенно иначе по сравнению с теми выступлениями, которые мы видели в последний раз. Там они выглядели просто как-то расхлябанно. Плохой драфт, плохое исполнение, все плохо, все очень плохо. Здесь оптики PPD, знаешь, уже неплохо он сыграли. Очень мало из-за того, что его команда практикуется. Вот они съездили на, да, два турнира, по-моему, ESL... в Азию, какой там был этот... Гентинг. На Гентинг, да, по-моему, они были, как раз в финале против Империи играли. А Империя победила. Нет, это был, мне кажется, не Гентинг, это был немножечко другой турнир. Ну, в общем, ты понял, да. И второй турнир, их куда пригласили, это был саммит. Ну, в Катовице они тоже играли. Ну, нет, я говорю, что вот именно последние два турнира, да, вот PPD начинает набирать опыт как раз-таки, что он начинает ездить на эти ланы, что вот сейчас Катовица прошла неделю назад, что сейчас вот приехал Бухарест, и из-за этого у него начинает его котелок работать, который не работал там на протяжении полутора лет. Да, немножечко другую роль занимал в команде ЕГЭ. Ну да, он SEO был. Времени. Да, да. Генеральный занимался директор. Организационными вопросами, скажем так. Но теперь ему захотелось поиграть. Остались ластпики, забанили Шторм Спирита, забанили Вайпера, OG и Optic Gaming, соответственно. Ну, слишком много магии у Optic Gaming, и OG могут этим воспользоваться. Пока очень круто выглядит пассивка Рубика. Он включает пассивку на защиту и сложно убивать. Вайпера забанили оптики из-за того, что Дарк Виллоу, скорее всего, в мидл отправится. Да. То есть вы думаете, то, что CCNC будет играть на Дарк Виллоу, и Last Pick от OG, да, это Visage. Тот вот, самый. Visage, которым играет Fly. Да, но в данном случае, наверное, будет кто-то другой. Big Daddy No Tail. И Visage, да, который способен остановить Дарк Виллоу, который будет стараться подойти. Visage не боится удара с Shadow Realm, потому что у него очень сильно раскачанная пассивка останавливает его. Да, конечно, я говорю не к себе, а к своей команде, допустим. Ну, это там тоже, да. Плюс ты можешь птицу на голову и посадить, вот именно, и она в Shadow Realm никуда не денется. Ну, ни телепорт, ни как-то там убежать у нее не получается. Да, само собой. И помимо этого, Visage очень хорош против Бэйна. Там одну птичку где-нибудь сюда держишь, Бэйн, допустим, кастует ультимейт, и птичка сбивает ульт. Это, конечно же, сложновато, но это все равно дополнительная опция для OG, которой, ну, можно, не, воспользоваться. Это не так уж-то вот и сложно. Там микроптицами, если ты там 100-200 игр на Visage сыграешь, это, в принципе, вообще не, да, проблема. Ну, ты даже меньше для такого талантливого игрока, как No Tail. Посмотрим. И единственный минус — гирокоптер. Вот с гирокоптером могут быть проблемы, только потому что если этот парень девается, то... Ну, птица расстреливает. Птичкам, да, птичкам некомфортно перемещаться по замесу. Раньше так было, да, это правда. Раньше птички Visage очень быстро умирали, но сейчас на них, если я, опять-таки, не ошибаюсь, пассивка распространяется, если не в радиусе. Тогда берем Bristleback в оффлейн. Да, кстати, вот Bristleback неплохо смотрится. Для 33-го. Не и... будет ли он слишком слаб без какой-либо поддержки здесь? Bristleback, Sun King можно поставить туда. Optic Gaming могут позволить себе гирокоптера и Бэйна в легкое, это очень сильная дабла. Можно даже позволить себе гирокоптера Бэйна в
Сенкингов сложно, а Бирстлбека на легкую линию поставить. Ну, взяли Фантом Лансера. И самый Дарквиллу для 33-го, я так понимаю. Да, Зая. Зая будет играть на Дарквиллу. Нет, подожди, Зая на оффлейне играет. В Optic Gaming. Ну, а может его не пойти? Так, стой. Этот герой еще неизвестно, как бы его самые сильные и слабые стороны еще не раскрыты. То есть он может быть и в миде хорошо стоит. 33-й в Optic Gaming. Зай... Зай... Они, они там постоянно свапаются. Да, Зай вот, в свое время помнишь, тоже играл в Финне. Как раз в Катовице и начал происходить этот свап ролями. Вот, ну, сейчас, смотрели... сейчас последнее время играл 33-й как раз таки. Тогда я был тот момент, когда это на бруде только играл. Да, и вот с этого момента они начали играть... А, посмотрим сейчас. Я бы вообще не привязывался к этим линиям, только потому что у нас вот в игре есть Сумаил, который играл на миде, и сейчас он типа числится как оффлейнер, но вот он только что постоял на миде, только что он закатал ньюби за 20 минут. Смысла нету по поводу этих линий сейчас. Да, поэтому Дарквилл может пойти куда угодно. Мы уже это обговаривали сложную, как раз. Угодно, где стоит... удобней, там и будет стоять. Отлично. Хорошо, да. Тогда наши ставки. Морфлинг или Дарквиллу, кто сильнее? Mm-hmm. Ну или вообще в целом, да, пик с Морфлингом или пик с Дарквиллу. Все-таки нельзя так обособленно двух героев сравнивать, тем более, что они на разных позициях. Ну, за Дарквиллу поболею. Редко мы ее видим. Хочется увидеть еще. На что она способна, да? Да, вот хочется как раз-таки именно, чтобы Дарквилл начал свой путь, вот именно побед, стрик побед, и именно с этой игры он начал все чаще и чаще появляться. Но я тоже, наверное... предпочтение Адам В общем, Дарквилла. Мы душой за резолюшена, но тем не менее хотим, чтобы Дарквиллу показала, на что она способна. Да, все верно. Понимаю. Отлично. Последний матч на сегодня, и комментирует его также Люмисита Майл Шторм. Да, друзья, вам слово. Майл Шторм. Собственно, да, Дарквиллу против того самого Морфлинга. Прям чувствуется новый патч. Прям действительно вот тот самый матч, в котором мы должны прочувствовать его на все свои 100%. Ну и, конечно же, Optic Gaming против OG. Статистика у этих команд 1-1. Один выигранный матч, один проигранный. Ну и кто же окажется сильнее, OG или же OG? Да, OG против OG. Форс украл все наше время. Став плюс, если увидел комментаторов в эту микросекунду, которую показали. Даже не дал покрасоваться на камеру. Ну ладно, мы ему припомним. Мы ему сейчас будем возвращать слово после этой игры. Никита, жди. У меня есть cool story. Короче, вчера, по-моему, или сегодня, я уже не забыл, потому что такой длинный день. Ну, в общем, короче, как-то на днях мне снился сон про Дарквиллу. Мне снилось, что я комментировал игру с Дарквиллу. И Дарквиллу показалась на линии где-то, после чего ушла в лес и фармила там, фармила. И я комментировал, говорю, где же Дарквиллу? Ну, ее команду убивают, Дарквиллу нету. Почему она не появляется? В итоге Дарквиллу вышла такая шестислотовая, сделала какую-то тычку, не нанесла вообще урона, ее тут же смяли, и команда проиграла. Не знаю, был это вещий сон или нет, но сейчас мы посмотрим. Много всего интересного тебе снится, но тут Дарквиллу-то самое ставится. Брамбл Мэй сразу же пытается хоть каким-то образом поймать Джерекса, но Джерекс обходит рут, не попадается и вроде как спасается из этой ситуации. Руны разобрали. А что по рунам было? Я... похоже на... Нет, 2-2. Я хотел сказать, похоже на 3-1, но это 2-2. Да, 2 у OG и 2 у OG. Ну и CCNC. Стоит на мидл-линии на Phantom Lancer против Ноутейла на визаже. Наверху, что по линии. Тут у нас трипла с одной стороны и трипла с другой. Хотя, извиняюсь, давай вот немножко аналитики. На миде Лансер очень хорошо стоит против визажа. Потому что, во-первых, ты набегаешь, делаешь тычку. У визажа вначале мало брони. Потом он берет себе пассивку, но у тебя появляются иллюзии. Короче, Лансер на этой линии должен смотреться круто. На верхней линии Дарквиллу, Сенкинг и... все. Дарквиллу и Сенкинг. Дарквиллу будут помогать Сенкингу. И смотрится это вроде как тоже неплохо. Потому что Брамбл Мейс будет мешать подходить Элдер Титану и Рубику. Плюс ко всему тычка Шадоу Реалма будет залетать. Ну и самое время посмотреть на нижнюю линию в такой ситуации. Здесь у нас Тини, которого очень жестко зонит Бейн. Тини ничего не может сделать. И на полном фрифарме находится Герокоптер. Сейчас Герокоптер апнет пару левелов, и Тини сюда вообще не подойдет. Пока что мне нравятся линии оптиков побольше. Да, стоит напомнить, что именно Оптик в одном из своих матчей на этом турнире вынесли вперед ногами команду Virtus.pro, которую мы все так любим, которые сегодня все же... смогли обойти команду Natus Vincere. Но это был первый матч, сегодня последний матч прямо сейчас на ваших экранах. Ну и завтра будет выходной. Небольшая пауза на этом турнире.
но игроки не будут отдыхать, я в этом практически уверен. Джеракс попадается все-таки в рут, на самом деле его еще и подкопали после этого. 33-й, добить бы его хоть как-нибудь, не догорит он, спасибо, как мне кажется, да, наверное, не должен догорать. И вот 33-й сам тоже очень сильно просел и очень опасно уходит. Сколько хп у него осталось? По-моему, 10 или что-то вроде того. Может, сейчас показать, мы же понимаем, что он тригенился. Да, да. 19 хп сейчас, одно хп он себе регенит в секунду, мисс. И был около 10. Мисс Shadow Realm, там такая плюха могла залететь. Ну, на самом деле, еще пока первый левел, но все равно много, все равно флай разминают. А вот не залетел бы мисс, может быть, он сейчас и погиб бы. В любом случае, линия начинает напрягать. Два героя напрягают троих. Правило против Dark Willow. Начинаем учить. В лес заходить очень опасно, потому что если Bramble Maze на открытой площадке особо не страшны, но не в данной ситуации, да. И Zai, Shadow Realm. Тычка. Больно. Последний удар. Морф ничем помочь не может. Делает ТП удар Титан. И Sun King забирает First Blood. Ну вот она, пожалуйста. Resolution отвлекается от фарма. Dark Willow спокойно отсюда уходит. Уводит с собой крипов. Сейчас Sun King выберется. Короче говоря, против Dark Willow нельзя уходить в леса, потому что там от Bramble Maze не скрыться. Да. Zai не играл ни одной игры на Dark Willow в паблике на своем основном аккаунте. Это значит, что играл на втором аккаунте, скорее всего. Я не верю в то, что Zai не играл на этом герое и его взяли. Значит, это как раз какая-то заготовочка. Optic Gaming будут удивлять. Все же капитан PPD. PPD мы все знаем как действительно гениального капитана. Как гений драфта. Да, да. Я думаю, что мы сейчас с вами увидим реализацию этого самого драфта. Ну и CCNC, в принципе, выстаивает свою линию, как ты сказал, очень хорошо. Добитый у него 15 крипов, 9 он заденайл. Из этих 9 было несколько милишников, несколько дальников. Что самое главное, то есть он рейнджевых крипов убивает. И поэтому экспириенс у него побольше, чем у Ноутейла. И вот Ноутейл, в принципе, самая малость рассыпается от него. Не то, чтобы было прям слишком больно, но неприятно очень этому визажу, конечно, добивает крипов. Я, честно говоря, думал, что будет чуть все похуже у Ноутейла в этой игре. Но вроде как пока что он скиллухи вытаскивает. И так плохо. Посмотри за то, как хорошо все у Пайката и как плохо все у Тини. 3-1 крипстат, и Тини здесь не живет, потому что гирокоптеры уже дали разогнаться. У него второй бараш, ракетка, фейзы, все. Все, Тини, его лейнинг окончен. Да, СФО второго уровня. Все очень плохо. Нужно где-то находить экспириенс. В это время приходит Dark Willow на мид. Да, Bramble Maze работает. Пытается пробивать CCNC дальше. Последняя тычка от мидера команды Optic. И это 2-0 в пользу команды Optic Gaming. Вообще у нас пока что Америка выступает нереально круто, если говорить про Северную Америку. Да хотя и Южная, что уж там, обыграла Секретов. Но тем не менее, комплексити проиграли Секрет. Но выиграли у Минески, сегодня выиграли у Liquid. Так, у нас продолжается атака, классно лопает крипчиков. В итоге у Флай здесь большие проблемы. Флай пытается отступить. Морф перекачивается. Пайкайт тем временем забирает Джерекса. Джерекс пытался помочь, но это было очень тяжело сделать. PPD без маны просто выкидывает гирокоптер СФО и вынужден отсюда также убегать со своим деревом. Так вот, 2-1 у комплексити. ЕГЭ уже вышли со статистикой 3-0, причем мы только что видели. И сейчас играют оптики. Северная Америка рискует стать сильнейшим регионом по итогам 3 дней. Нереально сильным. Никто не ожидал от них такого выступления. Но все подтянулись. Прямо сделали работу над ошибками. Вот, пожалуйста, как визаж стоит против Лансера. Не совсем понятно, почему именно его поставили, но линия, центральная линия проиграна 1 в 1. Нижняя линия проиграна. Там уже, в принципе, тоже 1 в 1. Верхняя линия, Морф с трудом фармит, его суппортов убивают, и 2000 преимущества команды Optic. Ноутейл здесь его очередной раз цепляет, он попадает в рут, но не хватает урона у CCNC для того, чтобы его добить. Все-таки визаж вкачал пассиву, он довольно-таки толстый сейчас, его так просто не пробьешь. Ну и пассиву у него мы даже видим в двоечку вкачано. Очень даже неплохо. PPD с дабл-дэмэджем, а Бейнет с дабл-дэмэджем это опасный персонаж. Приходит, попытается сейчас зацепить Ноутейла, CCNC подошел, пара тычек. Шадурил. Опа, засилил. Но фейк Zai сноуболится. Его да, Zai нужно. Zai нужно. Zai действительно сможет здесь очень быстро разгоняться. Ну, CCNC, конечно, себя просто откровенно на изичах чувствует. Ну, конечно, линия. Да. Визаж кастует в него первый спелл. Со спины, правда, заходит еще Алтар Титан. Ну-ка, очень много героев на мидл-линии. Может быть, какая-то драка. Флай будет ли цеплять CCNC. CCNC практически без маны, но на допле хватит. Нет, решили
не кусаться просто здесь без уже. Зуба. Без зуба смотрят OG. Смысл грейвчилка вставать? Грейвчилк остается, чтобы замедлить соперника и улететь от него. Лансер нажимает на тебя Фантом Раш, и как быстро ты бы не летел, все равно он тебя догонит. Визаж не работает против этого героя, во всяком случае, на этой стадии. Ну, на самом деле, в лейте тоже. Джеракс, ракета... Минус Джеракс. Пайкат начинает сноуболиться. Фейка начинает сноуболиться. Все очень плохо. Конечно, я видел фею до этого от Ланема. Даже близко она не была похожа на эту фею. Это не совсем та фея, что мне снилась, которая не выходила. Эта фея выходит, и эта фея дает по щам. Да, но не стоит забывать, что все-таки у команды OG имеется переработанный морфлинг, который, в принципе, тоже себя неплохо показывает в рамках этого турнира. Я точно не знаю статистики по винрейту, но не удивлюсь, если она будет положительной. Evil Geniuses очень любят на... не исполнять, и, как вы уже напомнили, у Evil Geniuses все весьма-весьма неплохо. Resolution должен на морфе отыгрывать. Resolution на самом деле любит морфа. Он играл на нем еще до того, как сделали так, что перекачка не работает во время стана. С Na'Vi он играл в этом, на этом турнире и победил. Но как бы ты сказал, как бы этот морф не стал переработанным в несколько ином смысле слова. Неплохо выкидывают гирокоптера, но хватит ли здесь урона? Титану очень больно, перетягивается морф, гирокоптер просто бежит и как сейчас сделает ТП. Да, попали под второй заряд от колдауна, и Пайкат абсолютно спокойно все. Отсюда уходит. У него физы, он бегает в 10 раз быстрее, чем все, кто попал в его ультимейт на Сесиансе. На медл-линии, конечно, уже против Визажа будет не так приятно стоять после появления фамильяров. PPD просаживает практически на половину хитпоинтов, залетает еще и нюк от Визажа. Ну, неплохо, да, неплохо, но да. А мы, конечно, ждем от Визажа, к которому приходит Бэйн. Вот если бы Визаж имел нормальный фарм и побольше уровень, Бэйн бы так пришел и отвалился. Но мы видим то, что Бэйн спокойно переживает все, и 3000 преимущества, 5-0. Пока что тотальный разнос. И я не вижу, как Морф здесь вытащит эту игру. Я вижу, как продолжит сейчас давить. Смотрим, Лансер. Брамбл Мейс. Нотейл. Все. Нотейл получает также еще и курс от Крауна и должен умирать в этой ситуации. Хотя... Нет. Да, умирает. Флай. Не смог засейвить своего тиммейта. Там просто даже не стал особо ничего кастовать, ману тратить. Зачем? Сверху Сан Кинг на фрифарме, снизу гирокоптер на фрифарме, в миде Терпилова. Да, это попахивает вообще худшей игрой OG на этом турнире. Попытка забрать гиролета. Пайкат. Пытается хоть каким-то образом вымансовать в лесах, но не Морф. Выходит этого Морф сделать. Решил одолеть его же оружием. Все. Хорошо, одолели. Красавцы, молодцы. Да, Resolution красиво сделал. Ну, пока что не так сильно работает тот же самый Flag Cannon. Его даже нет смысла особо таки сжать на морфе. Ну, хотя на самом деле можно, если уж используется... Да нет, лучше бараж. По гирокоптеру, но потом, да, потом Flag Cannon уже будет очень хорошо работать. И мы отметим этот момент, как только впервые такое произойдет. Брамбл Мейс по ноутейлу. Ноутейл прям-таки заходит в рут. На второй рут он не попадается, но стан получает и очередной раз умирает на мидл-линии от рук Сесиансе. Ну вот аналитики сказали, что классно работает против Shadow Realm Визаж, но без Лансера. Лансер все сбивает, и Shadow Realm залетает там такая увесистая плюха, что Визажу ну никак... Ну посмотри на этот Визажа. Это... Клуб мидеров, как бы, старой эры можно открывать. И Нотейл там будет почетным членом. Вот мне почему-то с Визажом не везет просто. Вот практически все игры, где команда пикает Визажа, который комментирую я, Визаж проигрывает. И у меня уже складывается впечатление, что, ну, против не Bristol подходит Бека, он против Лансера. В этом матче. Ну, не то, что в этом матче не подходит. Не подходит он просто в этой мете. Я не знаю, его продолжают пикать. Нет, на самом деле, да, герой довольно-таки неплохой. Но в такой ситуации, против такого пика... сложно, очень сложно уже. Очень хорошо, хороший last pick был. Этот лансер, ну, идеально зашел. Это в итоге... Ну, или поставить Визажа на какую-то другую линию. Но здесь просто так, нападение, стан мимо, СВО не попадает, гирокоптер опять уходит. Вот такие вот моменты, они просто, ну, рушат игру у G. У них и так не получается. Так они еще втроем выходят на гир, они забирают его. Там попытка разобраться с Бэйном. Бэйн абсолютно бесстрашен снизу. Но он уходит, кажется. И даже его не забрали. Да, он делает ТП, его не нашли. Он спокойно ушел. Попытаются забрать тир-1. В этот момент уже упало тир-2. Но это реально, это самый, один из самых жестких разносов на турнире. Даже, может быть, где-то на уровне ЕГЭ Ньюби. 7000 преимущества за командой Optic Gaming на 11-й минуте. Мы такого действительно еще не видели.
У ЕГЭ Ньюби все было чуть полегче, как минимум на 10 минут такого большого преимущества не было. Там и... хотя бы был пик, который взрывал. Там реально было видно, почему. А здесь пик, который еще и в лейте даст жару. Ну, будем надеяться на более-менее на то, что игра выровняется, на то, что OG все-таки сейчас смогут дать достойный отпор коллективу Optic Gaming. Но, с другой стороны, если будет абсолютно безошибочная игра коллектива Optic Gaming против абсолютно безошибочной игры OG, наверняка Optic Gaming все же одержит победу таким пиком и с тем преимуществом, которое у них сейчас уже имеется. Пайкат сделал драмы, у него уже имеются апнутые стики, есть также еще Аквила, есть Фейзы, и он себе делает Блэкин Бар первым же артефактом после всего этого. Очень быстро разгоняется Гира и БКБшка, минуте на 16-й, это будет слишком жестко. Да, это уже так, заканчивать, резолюшн забрали. 33-й, просто взорвал его, насколько я понимаю. Не буду оригинален, фонд защиты морфов у нас в действии. Это было настолько жестко, что... Нам запретили это показывать. Нам запретили, да. Нас могут смотреть дети, еще не слишком поздно, и... Забрали хотя бы один фраг, но здесь уже гирокоптер. Гирокоптер, кстати, с ДД. Бегите, бегите, бегите от него. Бегите, глупцы, но не убежали. Бедлам. Там даже не успел, по-моему, заработать. И сейчас еще и фамильяров подфармят. Минус фамильяры. Как неприятно, как же много выигрывают за этот файт игроки команды Optic Gaming. 11-2, счет 8000 преимущества на 14-й минуте. Безусловно, что-то нужно придумывать, что-то нужно менять. OG, Morphing 100% winrate, 3-0, и КДА у него около 4. ГПМ средний, 700 почти. Ну слушай, мне кажется, просто команда OG будет пытаться... Я не знаю. Всегда найдется команда, которая подруинит 100% винрейт. Всегда. Но здесь шансы есть. Шансы еще есть. Морф еще может дожить. Визаж еще может дожить. Но нужно что-то как-то отбиться от оптиков, когда Гира соберет Блэкинг Бар, и они пойдут давить. Ведь CCNC, он не делает никаких бэфов. Он делает Diffusal Blade. И с этим Diffusal Blade будет очень... А, он сделал Diffusal Blade! Ну, знаете ли, на 14-й минуте я не ожидал увидеть диффуз. Да, это просто жесть. Но что может сделать еще PL? PL делает себя, насколько я это понимаю, Владимир. Ой, извиняюсь, как Владимир, конечно же, Вангуард. Тараску. Тараску? Лупи Тараску. И просто, ну, а что? Броня есть, Элдер Титан ее, правда, немного порежет, но хп-то тебе никто не порежет, если ты соберешь Тарасочку. Да, вот здесь затягивать не хочется, потому что срежет всю броню потом в лейте. Так, Брамбл Мейс, нападение на Рубика, все. Как же больно ему прилетело Шедоу Риалма. Залетает еще и стан, конечно, Флай пытается уйти в пески, но здесь Зай не отпускает. Вместе с 33-м от CCNC. Нафидел. Да, фиданул самую малость. 450 голды из него дали резолюшену. Но команда, конечно, с этого должна выигрывать чуть-чуть побольше. Много получили за... такого делать ни в коем случае нельзя. Фидить нельзя. Да, Морф вот чем занимается. Ну, это у нас анимация, конечно, выглядит очень забавно. Появляются маленькие то ли лансеры, то ли морфы, какие-то уродцы, которые бьют руками вместо копья. Но это дота, ребята. Это реально так работает. Подслипали тини, тини уходят. Иди, увидел Блинк Даггер, забирают Тир-1, ну и что, будет драка. Очень опасная сейчас ситуация, Джаракс уже здесь. Пайката пытается заслипать, не получилось это сделать. Бедлом активируется, очень больно. Тини, Кирс от Краун выкидывает, ну, прямо все в ульте Гирокоптера сейчас. Срась. Очень больно. Ворует ульту Гирокоптера, но Сенгин раскастовал эпицентр, трещина Элдер Титана, Гирокоптер удается забрать. Флай еле живой и горит от урны. Флай погибает. Размен 2 в 3 в пользу команды Optic Gaming. Ну, попытаются они сейчас еще лучше все для себя сделать. Замедлили Ноутейла. Ноутейл еще и подкрутит Крауном. Конечно, он здесь умрет. Ничем его не засейвить. 4. Минус 4 в размен на двоих героев. Эта драка вся была без лансера. И как-то ее не очень удачно оптики провели. Сенкинг просто стоял в центре, хотя все равно закастовал эпицентр. Какой урон он нанес? Как так вышло, что Сенкинг, который находился в самом центре, которого должны были начинать фокусить первым, успел закастовать эпицентр, его никто не сбил? Непонятно. Но это порешало очень серьезно. Ну и, конечно, CCNC подошел, разобрался. В итоге преимущество...
Ну, преимущество, на самом деле, за этот файт получили OG, как это ни странно. Ну да, да. Ну, не очень много, но в любом случае они отыгрались. За Гиро очень много доли. Преимущество не растет, оно даже немножко уменьшается. Это огромный плюс для OG. Но double damage и заход на Рошана. Так, там что-то валяется на полу. Ой-ой-ой, Тини, Брамбл Мейс. Прыгает 33-й, как-то все несинхронно делают. Тини выкидывает 33-го. Идут за ним дальше или не идут, сами не понимают, куда идти. Немножко некрасиво получается от оптиков. Но оптики ломают Рошана. Довольно-таки долго они, конечно, этим занимаются, но в любом случае на 18-й минуте они смогут пойти с Аегисом и попытаться, например, забрать оставшиеся 2-2 тавера. Очень опасный CCNC, не то чтобы без Аегиса, то есть он и без Аегиса, на самом деле, его убивать очень сложно. Но сейчас мы видим, что появляется еще и вторая жизнь. Дабл дэмэдж, конечно, заканчивается, и он может врываться абсолютно в любого героя, по-быстрому его фокусить, после чего, да, может, ну не очень по-быстрому фокусить, конечно, после чего он может отправиться в таверну на 3 секунды, вернуться из нее очень быстро и прям-таки на том месте, на котором он умер, возродиться и по-быстрому попытаться забрать всех остальных. БКБ. Очень ранняя БКБшка, действительно, 18-я минута, и его. На Нетворс Дарк Виллоу. А Зай просто сейчас может раскидывать Брамбл Мейса и 100% врутит кого-то. Джеракс, его зарутить не получилось. Ай-яй-яй, отпустили, и это минус смог. На самом деле, хорошо сыграл. Жаль, что нельзя крутить этим Брамбл Мейзом. Ну, отлично, еще и крутить Брамбл Мейзом. Насколько я понимаю, он работает, то есть выбирается, в каком месте вырастут кусты, именно с тем, куда смотрит герой. Или куда он будет смотреть, когда он будет его кидать. Ну, в общем, наверное, как-то так работает. Судя по всему, как-то так и есть, потому что они вырастают не очень ровно зачастую. Но если бы это все еще крутилось, это была бы какая-то жесть. Потому что и так Дарк Виллоу крутит всех. И Бедлама крутит вокруг себя. И Террорайз крутит соперника. Мы еще, кстати, не видели во всей красе этот спелл, но... Мы видели. Ну, по трем героям он попадал, на самом деле, в предыдущем файте, но... да, там, если ты про то, что во втором, в третьем уровне его еще не было. То есть те не побежали, все просто стояли в этот момент. Я понял. S4 откидывается валанчем по 33-му, сбивает пески. Есть колдаун, S4, нужно сбить все, телепорт хоть каким-то образом, пайка. Террорайз. Да. А вот и Террорайз подъехал, правда, в никуда. Но фамильяров все равно подфармили, все равно продолжают гонять. Преимущество выросло на 2000, что очень-очень здорово. Ну, надо давить пока. Там визажа прилетела куча, такое ощущение, что куча выстрелов, но это все за ракеточкой. Мы понимаем. Нужно давить, пока Титан не качнулся, потому что дальше у Морфа и Титана появятся шансы. И давят. CCNC, конечно, очень трудно убивать. Он взял себе Vitality Booster, и этот Vitality Booster, непонятно пока что, во что он будет тапать все. Тарас решил, видимо, что Vanguard ему не нужен уже с такой игрой, а вот Тараска действительно может помочь. Тараску. Ну, просто рано Тараску как-то делать не хочется из-за того, что нужна мобильность, нужен урон, ну, а вот чуть попозже. Белурон, да. Белурон очень помешает в этой игре. Хотя, с другой стороны, есть Элдер Титан, который будет тебя броню как минимум сбивать. Да, но Тараска-то будет работать все равно. Тараска будет работать. Поэтому как раз не Скади, возможно. Хотя, может быть, появится. Но опять же, вот мы видели, мне на самом деле в Твиттере написали толковые замечания. Мы об этом говорили, но как бы не подмечали, что все настолько плохо. Джиггернаут в игре Vici Gaming Jeremy Thunder TNC взял себе талант на ХП против Фаершторма. Так, вот давайте смотреть драку. Потом договорим. Драка, Сын Кинг. А, о, Сын Кинг отошел. Сын Кинг успел отойти с блинка каким-то образом и просто разорвал всех. Хотя казалось, что он его зафокусит первым. Очень жестко раскастовался 33-й. Да, это действительно хороший повтор. Повтор того, что Сын Кинг у нас улетел. Но вернулся. Так вот, Джаггер взял себе талант на ХП против Фаершторма и Сифонов, которые работают тем лучше, чем больше ХП. Террорайз? Нет? Да? Не видит Джеракса. Здесь Лансеру как раз-таки по этой же причине со статами нужно играть аккуратнее. Не слишком сильно увлекаться. Понятно, что Лансер без статов, ну, не играется. Но есть варианты. Можно какой-то нулифайр сделать, попробовать. Что-то такое более интересное. Покажите нам Зая. Да. Зай будет делать себе блинк следующим артефактом. Весьма-весьма неплохо. Так, кулдаун куда-то полетел. А мне нравится феечка. Такая милая музыка рядом с ней, умиротворяющая. Давайте просто всю игру смотреть на феечку. О, да, слышите? Что-то нужно звенит в конце дня, чтобы успокоиться.
Расслабиться. Расслабиться, да. Взять лопату и закопать команду OG. Но именно так собирается делать Зай. Но вообще пока разрыв продолжает расти. Нолтейл. Нолтейлу все очень плохо. Он четвертый нетвор с конца. У него 5300 всего. Да феечка его переформила. Феечка жесткая, да. Феечка. Ну, Ярослав Энос-Кузнецов говорил о том, что нужен сноубол. Сделал себе Фантом Лансер с Энджин Яшу, ну и делает Тараску. Ну да, в общем-то, необходимые статы есть. Манту решил не делать. А тем временем нашли Элдер Титана, который очень много старался спейсить как-то. И опять вот это вот умиротворяющие колокольчики. С появлением Блинка станет, конечно, жутким персонажем. Вот какой классный персонаж. Все, что нужно, это Блинк там. Ну и Юл, который скорее куплен для того, чтобы инста сбивать ТП, может где-то подсейвливаться. Но фактически все есть в скиллах. И фикса не будет. Фикса не будет, потому что ее почти не брали. Если до плей-оффа Дарквилла у себя не раскроет, и в плей-оффе в том числе, то и следующий патч Дарквилла будет такая же. А почему нет? Зачем фиксить, если никто не берет? Вот он, Блинк. 17-5. 11 тысяч преимущества для Optic Gaming. И... Но они готовы. Они готовы просто сейчас дофармить пару ключевых артефактов в Фантомлансере и заканчивать эту игру. Им некуда спешить. Они по динамике... Они должны понимать, что по динамике, по фрагам, по тому, сколько они фармят на карте, они выносят больше. Соответственно, спешить некуда. Можно подождать, забрать следующего Рошана. Можно перефармить на 20 тысяч. В конце концов, Элдер Титан, Морф вдвоем не справятся со всей командой. Тини... Ну, Тини слишком маленький нетворс. У Визажа слишком маленький нетворс. Они просто ничего не смогут сделать. А ты спокойно с огромным перефармом, с Аегисом Сыром зайдешь и выиграешь доту. Да, друзья, извиняюсь, я сказал, что завтра у нас выходной. Выходной 8 марта. Тогда матч. Ну, у тебя теперь завтра. Уволен. Нет, на самом деле у нас дефицит людей, никто не уволен. Во всяком случае, пока. Минус курьер. После турнира. 33-й. С худом доделывает также еще и форстав. Ну, очень мобильно получается СК на самом деле. Сисянцы продолжают выфармливать себе тот самый артефакт, о котором мы с тобой так долго говорили. Это Тараска. И с Тараской Пэла пробить будет ну просто нереально. Я не знаю, что придется сделать Морфингу для того, чтобы хоть каким-то образом с ним совладать. Да, вопрос. Отвечает Дмитрий Light of Heaven Куприянов. После игры. Ну, в общем, как я и говорил, не торопится. CCNC слишком опытный капитан для того, чтобы куда-то спешить. Террорайз на Морфа. Ой, как больно. Пытается уйти отсюда. Хоть каким-то образом Зая замедлили. Попытаться его забрать. Ни разу еще не умирал Dark Willow. Зай должен умереть в этом шадуре. Шадуреал. Ну-ка, блин! Воу! Вот так вот. Была феечка и нету феечки. Бедлама своровал флай, но применить его некуда сейчас. Да, жестко. Вся команда OG, смотрите, она до сих пор патрулирует леса, где нюхает. Может быть, фея спряталась за елкой. Жестко. PPT просто пишет. Новая мета, вот эти вот с лесом чата. Но это действительно новая мета. Это действительно новая мета. Дарквиллу реально крута в этом матче. Она хорошо заходит. И в тех матчах, в которых она хорошо заходит, она может творить все, что угодно. Я только что понял, что это реально новое колесо чата. Вот это вау нового поколения. Потому что практически в похожем моменте было записано предыдущее. Для тех, кто помнит, где LD говорил эту фразу, на каком моменте. Для тех, кто нет... В другой раз как-нибудь расскажем, потому что здесь у нас важный матч. Матч не на выбывание, но опять же, проигравший падает в корзину, в которой находятся ликвиды, в которой находятся Вичи, в которую падать не очень хочется. Так, здесь так, нашли Рубика. Да, и забрали. А, Визажа. Визажа. Действительно. Ну, Визаж на самом деле уже рассыпается, как Рубик. Он и по нетворсу, да, на самом деле, немного схож с Рубиком. Он примерно близко к нему. Он до сих пор на четвертом нетворсе с конца. То есть было бы нормально еще, если бы Визаж был просто четвертый нетворс. Но он четвертый нетворс с конца.
На этом стоит акцентировать свое внимание. Resolution только лишь пытается сейчас хоть каким-то образом по золоту выходить на лидирующие позиции. У него 12 тысяч имеется. В принципе, неплохо было бы дальше фармить, доделать себе Ethereal. И, может быть, после Ethereal получится убивать Дарквиллу побыстрее. Правда, она будет прятаться в свой Shadow Realm. И до нее, по-моему, не будет долетать парочка кастов в любом случае. Ну да, только АУЕ. Только АУЕ, все остальное в нее не залетит. Как, собственно, и было... на верхней линии, когда Shadow Realm спас ей жизнь по итогам. Пробивает Раша на оптике, бьют его довольно-таки быстро, действительно там Сисьянс и Пайкат разбираются очень даже неплохо. Конечно, ну, дэмэджа маловато у Сисянси. По Рошану. Ну, это просто по Рошану, потому что залетает очень мало. На самом деле, там в драке будет совершенно другая ситуация, когда полетят спылы, когда иллюзии начнут бить. Разменяли на тир 2. Но при этом все равно в игру вернуться не удается. У G они слишком сильно проигрывают. Динамика исключительно отрицательная. И, конечно же, такими темпами, может быть, они еще там 10-20 минут поживут. Но отличие игры Vici Gaming Jeremy Thunder и TNC от матча Optic Gaming у G. Так, сейчас смотрим. Гирокоптер, может быть, нападение. Но у него Аега, да? Или Лансер забрал. Аеги у Лансера, да. Сыр. У него сыр. Но все равно, вот за рассказ не получится забрать настолько слабые герои. К тому же все отошли. И гирокоптер просто уходит из-под носа, делает ТП Джеракс. На, все отступили. Так вот, отличие матча китайцев и филиппинцев от этого в том, что у филиппинцев была Нага, которая все деньги слила в мусоропровод, купив артефакты, которые были неэффективны. Скажем так, они насколько-то были эффективны, но они не отражали реальной сути. Здесь 14 тысяч — это... Извиняюсь. Это все 14 тысяч живого преимущества, отборного, сочного, Тараски, диффузы, все артефакты, которые дают мощь. Ну и пик у них тоже сочный. И пик у них жесткий. И капитан сочный. Оптик 33 залетает. Просто зонят. Ломать вышки. Там просто иллюзии. Пытались разобраться с флаем. Выжгли ему ману в итоге. Залетает еще и Shadow Realm. Тычка Shadow Realm от Зая. Ну не очень больно уже. Но сейчас попытаться сбить 33. Пошел кулдаун просто по крипу. Там в совуха ракета залетает, чтобы он прекратил. Сын Кинга пытается зафоксить. Но что-то он какой-то ручноватый. Просто кончиком попал по морфингу по второму персонажу. И пытается оптик сломать барак. Ты представляешь, они не смогли одолеть Сын Кинга, но какие шансы одолеть Лансера, если Сын Кинга не получилось? Ой-ой-ой-ой, Тини ворвался и сразу же есть на него Найтмер. В это время кастуется эпицентр от Сын Кинга. Надо Биг Дэдди Нолл Тейл, конечно, самый масс от этого всего просел. Тини все же получил сбить, и не байбай Кэтса убили Бейна. Биг Дэдди Нолл Тейл вгрызается в него ПЛ, работает хороший эхо стомп и засейвил Джерк своего тиммейта. Отлично. Резолюшн готов, если вдруг что, сейчас взрываться и пытаться кого-то убить. Но проблема в том, что Сисянси, покажите нам, пожалуйста, его, сколько у него хп. У него 3300 на 30-й минуте. Такого дэмэджа просто нету у команды OG. Проблема могут быть у гирокоптера. Гирокоптера разобрали. Да, очень много дэмэджа получилось откуда-то. Морф шотганом. Флай пытается хоть что-то сделать. Хороший подкоп от 33-го. Флай отправляется в таверну. Далее погоня за Нолтейлом. Нолтейл как же больно получает просто с тычки от Зая Шедл Реалма плюс Спирит Лэнса Сисиансиева. Они примерно одинаково полетели, вовремя упали. Тини без байбека, СФО. Нельзя сейчас умирать никаким образом. Работает пока что Shadow Blade. Его подкопали без Вижена. Наворвался Resolution. Resolution пытается хоть каким-то образом здесь спасти свою команду, спасти ситуацию вообще в этой игре. Сисиансиева выкидывает под тир 3 тавер. Но не факт, что даже после этого его получится убить. У него еще имеется Аегис. Этого ритбосса просто не остановить. Сисиансиева. Есть мана на допель. Реген пошел с Тараски. Блин, сейчас прям. Боже, они не слишком сильно заигрались? Они смогут потом вообще уйти от этого лансера? Он же сейчас развернется, достанет свое копье и будет резать. И он режет. Нет, режет Сын Кинг своими клешнями, покусывает, ставится пауза, лагает, говорят оптики. Ну да, лансер в итоге вылетел у нас Бейн. Лансер сейчас, если выйдет из стана, от него просто... Вот делают камбэк, понимают, что нужно как-то камбэчить, кого-то забирать. Но у лансера начала работать Тараска, он отрегенился. Как его забирать? Хорошо, в него вольют еще все ресурсы, его заберут, а там Аегис. Что делать? Он резнется с полной маной, с полными хп, а у тебя ничего нету. Просто отдашь всех героев.
Ну, LG просто не подумали в этом плане. То есть, действительно, здесь уже начинают отходить. Должны сейчас догадаться, на самом деле, пауза играет здесь немного в их пользу. Понятное дело, что Джерекса здесь заберут. Дальше зацепить кого-то будет чуть более сложно. Так, да, Джерекс умирает. Достал копье Рэш. Да, правило простое. Но он его и не убирал, на самом деле. Он просто его там протирал, пока убегал, видимо. Ну, заманивал команду соперника, понимая, что можно, конечно, в теории и с Аегисом нафидить. Но чем эта игра похожа на предыдущую? В той был лайфстиллер, которого не убить, в этой лансер, которого не убить. Но попытаются, может быть, резолюшн с шотганом стрельнет, как-то попытается что-то сделать. Стреляй, пли. Нет, не хочет тратить прокаст. Сенкин копает, Брамбл Мэйс. Залетает также, возможно, сейчас... Нет, не залетает Рарайт. Но у Тейла просто стерли. Дальше Резолюшн попытаться пробить. Он практически полностью уже перекачался в силу. Но все равно довольно больно ему залетает. СФО получает пару тычек с флэк-кэнона. И не могут отдефать. Не могут отдефать свой хайграунд. Не могут отдефать свой последний барак. Игроки команды уже... Ну, барак-то не последний. Последний он на этой линии милишный. Нет, вообще он никаким образом не последний. Террорайз хороший полетел, Резолюшн попытались зафокусить. 33-й кастует эпицентр. Эпицентр только лишь по одному Тини. Тини должен умирать очень быстро. Подкоп есть еще и по второму персонажу. Это был Визаж. Визаж после байбека. Визаж умирает. Они сделали это. Да. Аплодисменты. Они смогли убить Лансера. Фантастика. И сейчас попадет на ульт Элдер Титана. Потеряет много хп. Но Морх уже не в состоянии драться. Увы, ему нужно просто отступать. Он уходит на волне. И сейчас отступит спокойно оптики. Лансер зарегенится. Второй раз его будет не убить. Минус две стороны. Лансер возвращается. Стан Элдер Титана. Минус. Также подкоп от Сенкинка. Минус еще один. Ну, пишите, ребят, пишите. Здесь уже ничего не поможет. Преимущество только растет. Третья сторона. Не хотят писать OG, хотя на самом-то деле для них турнир еще не окончен. Да, они будут играть эту игру до конца. В любом случае, для них турнир не окончен. Они просто упадут в корзину смертников. Так, попытались. Ну вот на Дарквиллу. Дарквиллу против Морфинга. Просто Этериал в никуда. Конечно, сейчас пытался превратиться в Дарквиллу. Да. Резольф понял, в чем сила. Надо превратиться в Дарквиллу. Слушай, это ж жесткая вещь может быть, если он превращается и Shadow Realm использует. Наверное. Но, к сожалению, мы об этом не узнаем в этой игре, потому что здесь жесткая вещь — это сама Дарквиллу. Ну, в конце концов, хоть кто-нибудь... Нет, сделайте. Нет, 27 тысяч и падает Ancient. Не понимаю, чего ждут OG. Там, видимо, Fly сказал, кто сдастся, тому казнь. Того кик из команды. Дарквиллу убивают, она делает байбек, но Ancient упал. Ancient упал. Good game. Я могу сказать так, что с такой игрой, конечно, OG молится на то, что бразильцы попадутся им, и то, что бразильцы не сыграют так, как они сыграли против Vici Gaming, потому что... Ну, здесь драфт был залит полностью, и это сейчас выходит на первый план. То есть мы говорили о том, что OG бывают заливают начало. OG бывают играют слишком аккуратно и поэтому не могут додавить. Но самая большая проблема — это вот их плейстайл, про который говорили аналитики. И мы с Ярославом говорили позавчера. И уже где только я это не читал. Ну, в любой комментарий зайдите, все об этом пишут. Но не могут